вперед. Фигули, он уже на поле. Фигули, отлично. Андре Гомеш, 2-0. Секунда Барте. Во второй части, во втором тайме Валенсия забивает второй гол. Помните, в первом тайме был похожий момент. Тогда Пабло Пьяти не дотянулся до мяча и сказал, что не хватило длины ножек Паку Алькасеру. Но там-то был Пабло Пьяти, а вот здесь все было замечательно и великолепная пауза, выдержанная Фигули. Посмотрите, где Галес выбивает. Сначала Андре Гомеш выигрывает воздух, побежал, забежал за Фигули. Фигули все это прекрасно видит. И пас. Ну, это гроссмейстерская атака и гроссмейстерская игра центрального нападающего. Вот это хлеб. Центр форварда. И посмотрите реакцию Паку Алькасера. Лучший. Лученко просто доволен Негреду, доволен Родриго де Пауле. Все довольны. Тренер по физподготовке.